Валера, do you speak English? Чего? Маша, do you speak English? Чего? Олеся, do you speak English? No, I don't speak English. Чего? Открываем тетрадочки. Записываем. Контрольная работа. Ярослав, а ты почему все время мне подмигиваешь? Так я вам, Елена Геннадьевна, сигнализирую, что мои знания закончились. Рома, Ром, а ты математику сделал? А чего тогда спишь? Меньше знаешь, крепче спишь. Лёша, а почему у тебя домашняя работа не выполнена? Так работал я, Мерседесы мыл. Бедненький, как я тебе сочувствую. Вот накупил Мерседесов, так и приходится мыть. Кто первый пойдет к доске, получит оценку на балл выше. Елена Геннадьевна, я уже иду к доске. Ставьте мне тройку. Марина, что случилось? Я так яростно сражаюсь со своей врожденной ленью, что когда побеждаю, у меня нету сил ходить в школу. Как твои дела в школе? Плохо. А чего? Учитель все спрашивает, а как будто сама ничего не знает. Артем, какой у тебя самый нелюбимый предмет в школе? Дневник. Коля, а почему мы сначала видим молнию, а потом слышим гром? Потому что глаза впереди ушей. Рома, что с тобой случилось? С Мальцевым подрался. Но теперь твоим родителям придется покупать новый костюм. Это что? Мальцевым теперь придется нового ребенка покупать. Ярик, если 3 килограмма яблок стоят 300 рублей. Как нам узнать, сколько стоит 1 килограмм яблок? Так это же просто. Нужно посмотреть на ценник. Знаешь, Моторин, куда я иду? Не. К учительнице. А знаешь, что я ей расскажу? Не. Что ты списывал на контрольной. Вот доказательства есть. Стой, а мы же договоримся? Ну вот с этого бы и начинали. Хотя стой, если учительница узнает, что ты на уроке пользовалась телефоном, у тебя будут большие неприятности. Ну как дела в школе? Хорошо,
У нас сегодня было только два урока. Веселый старт и это, как его, скажи, эвакуация. Как поживает твоя собака? У нас нет взаимопонимания. Вот приду после школы, она залезет в мой рюкзак, стащит оттуда дневник и запрячет его под кровать. О, надо мою также научить. Девчонки, завтра у Алинки день рождения. Вы придумали, что ей подарить? Нет, еще нет. Ведь не знаешь, чего она хочет. А я вот записку написала и спросила у нее, чего ты больше всего хочешь. И что? Она, видимо, поняла и стала у меня отбирать. Вот только и обрывок и остался. Кон, может быть, она хочет конфету? А может, коньки? Может быть, она хочет коня? Мы же не знаем, роликовые она хотела или фигурные. Купим, а она коня хотела. Пошли в класс. Посмотрим под партами. Может быть, вторую половину найдем? О, нашла. Теперь я знаю, что ей подарить.